Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом наступающим. Я хочу, чтобы наш Новый год, а он будет непростым для всех граждан Российской Федерации, для нас, для всех он будет непростым, он будет очень активным. Я хочу пожелать вам в этом году принимать правильные решения. Я хочу пожелать вам счастья, прежде всего, здоровья, конечно. Я хочу пожелать вам всего доброго, что можно пожелать замечательным людям, потому что на нашей земле живут замечательные люди. Добрые, хорошие, трудолюбивые, умные, любые самые светлые слова можно применить к нашим землякам. Словом, всего вам самого доброго. Доброго пути в Новый год.